С 98 года у нас признан был при Пустошиловой дом в аварийном состоянии. Он начал переселяться. А вот нам нескольким не дали. И теперь эта администрация говорит, что мы не в аварийном состоянии. Вот, воду принесла. Вот, позовите. Вот она, пожалуйста. Вода у меня. Вот тут я моюсь и стираюсь. Мне можно в армию брать. Минуты я готова. А как вы моетесь здесь и стираетесь, если здесь холодно? А мне это с пекарни дают горячую воду, я наливаю тут, бегом стираю, маленько постираю. Вот вымерзло ведро, ой, белье сухое стало. Так, и так же моюсь, бегом, бегом. Все.